Можете хоть завраться, все равно вопрос, то есть если да. Так, все это я скажу. There, which is brilliant. So thank you very much for that report, John. Excellent, and thank you for watching. Да наоборот, он посидит, думает, да. Да наоборот. Okay, let's just pause it there for a moment. Anybody know what the meter is? I don't either. I'd have to look at the score. I never look at the score. Люди сами себе помогут. Ты хочешь, да, про себя говорил, то есть, okay, да. Добрые люди, добрые, да, понимаю, да. Да кто неправду говорит, да. Добрые мамы должны быть только, женского рода не добрые, там, да. Okay, типа того, ну, он про себя говорил, да. Ну, типа, он про это и думает о себе, да. Ну, постепенно получается, да. Да наоборот, ты, да наоборот. So it's a little hard to know what it is there. I really have to go get the music to find out what it is there. Да нормально играю, значит, да. Да, чихать я вас хотел бы, да. Away, ну, смотри, я давно уже, ну, пошли нахер, короче, да, мне, кстати, просто. Мне нужна моя только жизнь. Mm-hmm. Чё ты врёшь со мной, да? Ну, вот это он имел в виду, да, да, меня насрать на вас, всё, да. Just little dabs of color underneath by way of a supporting accompaniment. So let's listen to a little bit more here. Focus on the flute line. That's got the melody. That's a kind of different melody. Thank you.
Okay, pausing it there. So that melody. Все нормально, нормально, нормально. Все нормально. It's very beautiful, but it's kind of difficult to sing. It's chromatic. It doesn't have any regular structure to it. And this is typical of the impressionist approach to melody. Well, as I say, this was somewhat shocking at the time. This is Debussy's response to a poem, and you have the лучше poem на свете, слушайте, we're not going to read it because we don't have time for it. It's a good example, however. It's a wonderful example of this symbolist poetry where the meaning comes not from any kind of logical, semantic, syntactical presentation of ideas, one word following the next in a logical fashion, but just sort of placing key words at interesting moments that stimulate our thinking. These words have resonance in of themselves. And I think that in some ways gets to the essence of this symbolist poetry. So you can take a look at that on your own there. So Debussy was not trying to write program music here. He was just trying to use this as a point of inspiration. And here's what he said at the time about his approach to this piece. Quote, "The piece is really a sequence of mood paintings throughout which the desires and dreams of the form move in the heat of the afternoon." Что тебе надо от меня? Что ты пристал ко мне? Я все делаю только для себя! Потому что я мужчина, и это хорошо! Потому что вы все чмы, блин, да. И живу я для себя исключительно, да. Да, это он себе так и говорил. Да. И все так делают. То есть просто так вот, да, даже женщины так делают тоже. Просто, ну, наверное, меня это не касается. Мне на вас насрать просто. Вы все не уроды просто вы все. Ну, или не уроды. Мне, да, сумасшедшие уроды, блин, ненавистные. Да. Мной, что ли, ненавистные? Я не знаю, сами разбирайтесь. Мне вообще начихать на вас. Вот, правильно понял. Вы все вариативные. Либо вы, ну, он про себя говорит. Ну, это у вас своя ахинея какая-то. То есть, вы все вариативные, смотри. Да, человек-легенда. Смотри, фильм, помнишь? То есть, да, все умерли, а он живой. Или наоборот. Ты умрешь, все остальные живут, и никто даже больше там, и да, и никто даже не узнал, что ты умер, например. Или вообще, что ты жил. То есть всем на всех насрать, понимаешь? Как бы не то, что насрать, а просто вот так вот, да. У всех свои организмы, и ты отвечаешь только за свое тело. И ты им только управляешь, а все, да, и ну, просто буквально ты, ну, понимаешь, давай не будем сейчас это, не про то речь идет, но в принципе, да, 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 да. Ну, то есть вот и все, точка, да. И ты должен выжить буквально, физически должен выжить. Да, то есть, если ты начнешь свое тело уродовать, что-то в него вставлять, это неправильно. Потому что это значит, ты больной, это значит, ты уже психиатричный, то есть, как бы ты неправильно выживаешь уже, значит, да. То есть, ну, вот это он имеет в виду, да. Надо тренировать, значит, свое познание, наверное, каким-то образом, да, себя, да, 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 чтобы ты книги читаешь, но не слепнуть от этого. Понимаешь? Там ты какие-то мысли думаешь, но не сходить от этого с ума, правильно? Да, надо, наверное, гигиенично, вот и ваши еще какие-то примеры, да. Как бы осознать, что ты тоже, да, часть этого мира, бла-бла-бла, да. То есть откуда все науки взялись, и что, собственно, там, ну, еще что-нибудь свое придумать. Короче, там, да, безгранично, бездна всего, как бы, и все твое, что хочешь, то и делай, как хочешь, так и выкарабкивай, твои проблемы. Да, понимаешь? И все, и всем на тебя насрать, никто ничего, да. Придешь к хирургу, хирург такой, мы тебя ампутируем полностью, соболезнуем следующий, и это нормально, понимаешь? Да, понимаешь? А тебя приучали шоколадки, да, понимаешь, да. Как бы, ну, наверное, так, да, понимаешь, да. Так не попадайся, не ходи в больницу-то, как сказать, да нет, мне насрать на вас, ну ходи, значит, в больницу, мне насрать на тебя, мне, не попадай в больницу никогда, все, понимаешь, ну, наверное, не знаю, думай сам, мне насрать на это вообще просто, да. Больница для здоровых людей, потому что призначена, да, ты всегда знал, да, если бы все были здоровы, то все были бы врачами-то, или как? Или, нет, если, да, понимаю, это, да, не знаю, да, понимаю, да. Да, понимаю. Ну, наоборот, да, мне насрать вообще на вас, да. Да, понимаю, там тебя.
ведь еще раз объясняю, смотри, что может быть проще этого? У тебя жизнь одна единственная, как ее надо прожить, да? Ну да. Да. Ну наоборот, он о себе так думает просто, потому что, да. Мне это не касается, мне вообще насрать на тебя. Ой, ну и что ты мне это хочешь сказать, да, вот про это он и говорит. Да, что у тебя никаких нету амбиций, что ты не понимаешь, да, да, что независимое, да, 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 ну и так далее, да. Что ты недоумок, ты хочешь сказать просто, да. Да, да, то есть, что ты пришел в столовую, даже в столовую какую-нибудь, что-нибудь там покушал, даже покушал кто-то, потому что тебе приготовил, потому что ты из кармана достал, из кармана каких-то джинсов, которые кто-то изготовил, ты даже не знаешь кто, и ты не знаешь по каким технологиям производства, и ты такой думаешь, уйти мне из этого, не уйти мне, еще что-нибудь там. Можно что угодно придумать просто, то есть ты недоумок просто, да, понимает он тебя. Да, понимает, ну я к примеру просто тебе объясняю. Ну, он про себя, ну и что это меняет дальше? Ну да, да, да. Ну он про себя говорит, ну и дальше что? Ну, то есть ты хочешь сказать, что, ну, нет, он о себе так думает. Ну вот это он имел в виду, да? Нет, он о тебе так думает просто. Что ты привязался ко мне, пошел нахер, блин, да. Ну он о себе так думает просто, да, да. Ну а на тебе так ты. Да пошел нахер, мразь! Еще раз я тебе объясняю, да! Не надо ничего объяснять, тупорылое говно! Ты что хочешь сказать, я себе джинсы не могу купить, что ли, или что? Да пошел нахуй, ненавистный урод, блин. Да, еще раз эти. Да, то есть. Да, ну он про себя так думает, да. Ну, кстати, да. В этом есть чуть-чуть, потому что, да, понимает он тебя. Вот поэтому ты и сумасшедший отец, да, понимаю, да. Ну, потому что ты не вот. Да, все время на чужих паях жил, все время паразитарно. Да, да, понимаю, да. Да, все время жил задарма на шее баб всяких там, да, понимаю. Своего-то ничего, да, понимаю, да. Да, да, да. Да. Поэтому ты даже не знаешь, что такое жить, потому что ты и не мужик. Прослойка только, да, понимаю. Ну, ты не можешь быть не мужиком, ты вроде мужская особь, ну, ну так образно выражаясь, так вот. Ладно. Не начихать, я просто тебе объясняю, что да. Да пошел нахер, мразь! Ненавистный, ну, мразь! Еще раз эти. Заткнись! Смотри, очень просто, да, то есть, ну, вот это он имеет в виду, что это понятно, в принципе, да. Нет, ни хрена непонятно. Ну да. Смотри. То есть, да, 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 да. Тебе на всех насрать, правильно? Но совсем насрать на всех ты не можешь, потому что тебе нужно как минимум деньги получать от них. То есть как минимум тебе общество должно платить деньги, чтобы ты просто сказал, что мне на всех насрать, правильно? То есть где-то тебе, и учитывая, что если ты будешь да мне на, ты, да мне на тебя насрать, урод, бля! Чмо ебаное, бля! Да, это он тебя просто... Как вот ты, да, я про нормальных людей, я про нормальных, не про тебя, значит, я говорю! Да, 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 ну, наверное, ну, я учитываю, что ты человек, который, наверное, уже подумал, что если я буду делать что-то против общества, меня будут сажать в тюрьму, то есть моя жизнь, она уже не будет как бы амбициозной, она уже... Ты насос ненормальный, блин. Что ты уже ничего не сделаешь нормального в этом мире, блин, да, понимает он тебя. Да, ну, да, да. Что, а, ты уже. Свобода, она. Ну, свобода, у тебя какая свобода? За чей счет эта свобода будет? То есть ты вор. Ну, он про тебя так думает, нет, понимает он тебя. То есть свобода быта имеешь в виду. Что я. Да, да, свобода быта, свобода потребления. Потреблять, свобода бляди, да, понимает он. То есть, ну, он о тебе так думает, да, да. Вот, о себе так, да, да, да. Ну, это не мужская свобода. Ну, хорошо, ты представь себе такой бедлам. Остров, где ты можешь жрать сколько угодно, срать сколько, да, то есть, или который, KFC, который вечно открыт, и Диснейленд, который все бесплатно. То есть, например, и что тебе на работу никогда не надо будет идти. То есть, когда, сколько ты проживешь, вопрос, во-первых, во-вторых, но я просто шучу уже так, я уж не знаю, как вот для последних имбецилов и недоумков, как объяснить, то есть, что такое мужчина, что такое свобода, где она находится, где она, да, то есть, в чем мужество, понимаешь, да, 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 да. Что, как вот жизнь прожить, что есть, является мужским? Понимаешь, вот свобода, то есть не то, что ты всех ограбил, а потом бегаешь от полиции, а как, да, а как бы вот в чем, да, 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 то есть,
Да, как доказать, что ты самый лучший там, или кому доказать? Ты что, вечно на них будешь смотреть, что ли? Ну, саму себе хотя бы. Ну, ладно, пусть так даже будет. То есть, что ты, да, твои амбиции какие? Как, чем ты докажешь, что ты мужик? Что ты хочешь сам? Какие твои мнения? Что для тебя имеет смысл? Правильно? То есть, ну, к примеру, я тебе говорю, да, то есть, вот и все. То есть, у тебя вопрос только сам к себе. То есть, почему я что-то не умею там и так далее? Нет у меня знаний, умений, навыков определенных, правильно? Не то, что почему, а какого хера это, ну и так далее, понимаю. То есть, я уже имею в виду, что ты чуть-чуть не недоумок, правильно? Я просто тебе говорю. Ну да, это просто то, что ты сейчас скажешь, я преступник, я хочу жрать и срать только за чужой счет. Это я сейчас это как бы, про это я не говорю. Я это как бы, ну, она просит, да. А ты про меня, что ли, пытаешься сказать? Ты меня не знаешь, так что пошла нахер вообще. Да, пошла нахер, да, понимает она тебя. Я за чужой счет не живу, понимаешь? Да. Это, во-вторых, это мои родственники, которые ненормальные. Если бы они были нормальные, то такой ситуации вообще бы сейчас не было. То есть ты меня не знаешь, и ты пошла нахер тогда, вот и все. Это во-вторых. А во-первых, как бы да, что у меня есть профессия и специальность. Я по ней не работаю, потому что я такая, это не важно, это не то, да. Ну, я работаю по ней, но как бы. Я тебе оправдываться, что ли, буду? Я за чужой счет не живу, понятно? Я, да, я профессионал, ну, да, но ну, он про себя так думает. Ну, что ты ко мне лезешь? Ну, он о себе так думает, потому что я тебе говорю, урод, ненормальная мразь, бля. Я просто понял, да. Надо будет, да, надоели уже просто. Еще раз я тебе говорю, про меня не думай, да, я тебе говорю вообще, да, но он про себя так думает, да. Его ненавистные уроды просто достали уже. Да. Да нет, он про себя так думает просто, да. А, не понимает. А, ну да. А, ну думай про себя, да. Да, в чем свобода? Свобода самореализации, творчества, да, то есть сделать себя заново, как можно так, свое что-нибудь найти, то есть, но свобода это, да, вот, то есть понимаешь у тебя, и чтобы тебе за это платили деньги, понимаешь, то есть, да, то есть не просто себя делать, как советские говно какое-то, которое там под гитарку что-нибудь это самое, идет на завод, он слесарем поработал, а потом под гитарку картины рисует или еще что-нибудь там, да, которое никому не нужно, да, то есть, да, ну, ну такого, ну это, ну меня это не касается, мне насрать на это, потому что это дрянь, потому что это так жизнь свою единственную жить нельзя, значит ты херовый слесарь и мужик ты, значит ты как баба, да, то есть да, понимаю, то есть и мужское в тебе подавлено, скажем, ты им собой, да. И ты ненавидишь этот мир, ну то есть само себя, да, понимаю, то есть ну ты смертник, собственно, да. Да. Нет, ну да, меня это не касается. Я не для того, чтобы уроды, я типа, что за, да, да. Нереализованный пусть будет, вот так вот, да. То есть нереализованный и не собирающийся реализоваться вообще ни при каких, никогда, понимаешь, да. Это не важно, мне на это насрать, да, то есть не собирающийся ничего делать, как бы, этому обществу, этому, ну, то есть, мне насрать, всем насрать на это общество, но тебе надо, как бы, в нем, это и есть, как бы, да, воображение твоего, да, просто все. Меня это не касается, я просто тебе объясняю, что, да, то есть, ну, она себе так думает, потому что, да, ну, наоборот, значит, да, то есть, да, то есть не показывать пример и не для кого-то жить, а жить только для себя, это нормально. И, в принципе, все так и живут, это реальность такая. Так вот, если бы такого не было, то давно был бы один только Вильзи Путин какой-нибудь, да, то есть один такой большой гриб, из которого бы кто-то, и ни одного преступника бы не было, понимаешь? Или да, понимаю, от всех были бы джойстики, как минимум, да, понятно. Это долгий разговор, да, понимаю. Но гипотетически популяция здоровых особей, она примерно как вот так вот, ну да, вот, то есть, ну про себя так и говорил тоже, да. Но это как бы не, то есть не надо даже думать, ничего такого не, да. То есть все наоборот, потому что это только демократией, только самостоятельно, вот только реальностью это достигается, и оно и прямо сейчас происходит по крупице. И всегда было так, и всегда будет, да. И вместе, наверное, даже с... Мне это не касается, да. Да, понимаешь, он тебя просто, да. Ну вот это и есть он самый, да.
Да, насрать не на вас, вообще на всех! Да, я просто тебе объясняю, что... Я просто тебе объясняю... Я просто прав и все, блин, да. И я для себя это делаю, да. Я, потому что я имею право реализоваться как... как музыкант, да. Да, да, да. Да, да, да. Ты на меня смотришь, я сижу безработный, а я умнее вас. Я лучше вас всех. То есть, как бы, да, имею на это право, понимаешь? И я не преступник при этом. Ну, да, ну, типа того, да. Понимает он тебя. Ну, даже если я чем-то где-то задолжал, то я вам все равно отдам, и отдам уже как Скрябин, понимаешь? Ну, как музыкант, скажем, да. Да. Ну, как бы кредит, наверное, да. И более того, да, то есть, и, да, типа того. Еще узнаю, как эту жизнь надо прожить. Ну, это ваши искусственные, то есть, и живу я для себя исключительно. Как и все. Как это просто, ну, вот так вот, да, вот такая реальность, здравствуйте. Да, я просто ждаю. Нормально вообще. Да, да. Ну, вот это он имеет в виду. Да, да, да. А для женщины не для кого жить. Понимаешь? Наверное, так. У женщин, наверное, скорее всего, наоборот. Можно с 90% точностью сказать, с 99,9, неважно, что это будет так вот, да, понимаешь. Только для себя надо жить, да, для себя, да. Ну, ну вот в этом смысле, для себя, да. Ну, наверное, да. В духовном, ой, да не надо, ладно, мне не касается. Ну, только для ближних, наверное, да, типа того. Для себя, в смысле, как для души. А душе ничего не надо вообще. Ни имен, ни прозвищ никаких, только счастье, да. Наверное, как-то так, не знаю. Да. Ну, что-нибудь там свое придумай, расскажи, да. Наверное, фрагменты всего лишь. Да. Это, да, понимаете. Химии ваши. Не вообще насрать. Я просто еще раз тебе говорю, да. Всем, любой мужской особи можно жить, понимаешь? Да, да, да. И все они, и все мужские особи, если ты начинаешь жить для других, даже просто ты такой начинаешь позировать для своих детей, смотри, как надо жить, или смотри, как вот, давай, ну, да, ну давай, ты, то есть, как бы, это уже, как бы, я имею в виду для своих детей, для своей семьи. Не если ты педагог, который профессию имеет и которому деньги платят, а я имею в виду для своих детей. Да, то есть, вы вообще ненормально, что ли, невменяемые, ты не понимаешь, что ли, этого? Да, ну, про себя я скажу, да, да, ну, наоборот, да, 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 ну, вот, а, то есть вы так и живете, ну, все тогда, понимаешь, да. Ну, нет, я вообще, в частности, имею в виду, да, то есть, понимаю, там, но на тебе так думают, потому что... Нет, мне на вас насрать, вы просто, я имею в виду, что как оно на самом деле, ну вы это в самом деле, это, ну у вас естественно, вы же в другой реальности живете, у вас самоотдельности не существует, то есть, как бы, ну да, естественно, вы мне, то есть, по идее туда, ну мне на это насрать вообще, да, да, я тебе еще раз говорю, да, да не надо тут, это уже ваша ахинея, мне это не касается, я про себя такой говорю, мне на вас вообще насрать, еще раз я тебе объясняю, да, да пошли нахер, да. Да, что когда ты позу делаешь даже для своих детей, которые уже как бы имеют свои мысли, которые имеют свое эго, неважно даже уже какое, то есть свои тела, которые свои здоровье, свои какие-то, что-нибудь свое придумать, кармы, жмярмы, говнярмы, вообще насрать, блин, да, то есть которые уже, и то, возможно, и так, то есть это уже ненормально, если ты начинаешь что-то для них делать, это уже уродство, понимаешь, то есть так не задумано, не, ну, да... Да, то есть такого, да, вот и все, живешь свою жизнь и все, точка. Да, понимаешь, он сюда. Да, да, да. Ну он про себя так думает просто, вот это он и есть. Ну, ну и что ты будешь, понимаешь, наоборот. Тем быстрее они у тебя вылетят оттуда. Здоровыми, да. Или замуж кого-то возьмут, или как бы сами своим ходом уйдут. Да. Ну, так это нормально. Ну, смотри, у тебя семья, где папа не рад кормить лишних ртов, которые постоянно приезжают, потому что он маму любит, и все нормально. И он не очень рад, как бы, что постоянно, да, понимает. Что тогда будет происходить, да, понимает он, да.
Конвейер, говорит, ну, как минимум. Ну, или свой вариант предложи какой-то. Ну, живи как баба тогда. Я тут тебя болею, мамочки. Понимает он. Зато себе жизнь продлил. Зато ты себе, да, понимает. То есть, естественно, так можно, да, понимает. Я не буду тебе ничего уже, надоел. Никто не виноват, что ты... Да, понимает он тебя просто, да. Да. То есть, если тебе своя жизнь не нужна, следовательно. Да, ты, да. Меня не касается это. Да. Но она про тебя и думает так, да. Ну вот это и есть она самая. Да. Ну нет, наоборот. Да, наоборот, да. Ну наоборот, да наоборот, значит. Ну да. Своя жизнь, мужика свобода, да, типа. Если она тебе не нужна, то кому надо, никому она не нужна нахер, блин. Ты зло только все сделаешь, да. Да, и сам себя со света уже с радостью сжил бы уже, да, и скажи, да. Ну я шутил уже так просто. Да, долгий разговор. Видишь, тут просто вопрос, да. Да, типа того, столько просто все. Да. Да. А почему меня на рынок вот не пускают? Там, да. Потому что там только деньги, понимаешь? А деньги это только услуги, да, которых в принципе могло бы и не быть. То есть, если люди нормальные и адекватные, этих услуг меньше, говорит, да. Этих услуг меньше и меньше, понимаешь? То есть, если люди вменяемые, то им и меньше нужно в больницы попадать и прочее, как вариант просто. И меньше жрать и потреблять. И, да, и, ну, как вариант просто, да. Да, и так далее. Да. Ну, наверное, если ты живешь ради чего-то, если тебе... Смотри, очень простой пример. Вот отсюда выведи как бы реакцию, он тебя просто понял уже. Очень простой пример, смотри. Вот ты бездельник, и ты много смотришь телешоу какие-нибудь, правильно? Поэтому ты специалист по каким-то телешоу там. Я про мужчин только говорю сейчас, про женщин я вообще не говорю. Да, ты ну как бы, ну скажем, ты где-то работаешь там, какой-нибудь сторож на стройке, еще кто-нибудь строитель, и у тебя дохера времени, то есть, которое ты не используешь. Поэтому у тебя есть куча хобби, которые, да, понимаю, да. Теперь смотри, ты такой раз, например, стал бизнесом, ну то есть начал развивать, у тебя меньше стало времени. То есть, да, и ты просто перестал потреблять эти продукты, которые ты до этого потреблял, понимаешь? Там, видите ли, всяких, а ты себя уже натренировал, а я тебе, хочешь, я тебе еще целую тонну говна вывалю, которую всего лишь там другие люди что-то придумали, изобрели, понимаешь, да, то есть, и, да, и так далее, понимаешь? То есть, простишь, жизнь, она везде такая, понимаешь? Да, напротив мужчин, которые как бы хотят женской, которые хотят потреблять, да, и вроде, да, как будто бы, да, да, против недоумков, короче, да, и недобрых женщин, да, непокладистых, наверное, да, ну, потом они еще спрашивать будут, почему, по другую сторону, ну, мне не касается, у меня, ну, да ну вас нахер, я просто шучу уже, я специально издеваюсь на тебя. Да. Так наоборот, да. 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 Нет, это свое же. Да. Ну это он о тебе и говорит так. Да. Ну одна, да. Ну, наверное, да. Ну, на, да, познакомиться. Наверное. Ну вот это уже мужское. То есть что не надо-то всем? Что они там все смотрят, усматривают? Да. Ну и как это изживи теперь, ну ничего, да. Ну тоже интересно. Интересно. Ну наоборот, значит, да. Ну, наверное, да. Ну, наверное, да. Когда-нибудь это будет, наверное, да. Ну, наверное, как-то гипотетически. Да мне назвать.
Ну да. Это меня не касается уже. Ну да, живи куда-то. Ну да, наоборот. Ну вот это есть, ну наоборот, да. Наоборот, да. Репертуар просто. Ну значит, да, да. Вот это он имеет в виду. А может быть, выиграет, да, наоборот, да. Ну да. Да, да. Ну да, потому что это стали. Ну это он на себе говорил, это что. Да. Смотри, поэтому он про тебя так и думает тоже, да, да. Ну это, да, да. Ну и следовательно говоря, и что дальше? Ну вот видишь, я тебе говорю. То есть, да, да. Оно он про себя так и думает тоже, да. Да, да, это интересно. Ну и чё, никому-то не говори, никто не догадается, что такая жизнь, да. Да, да, да. Про себя я так и думал тоже, да. Ну, значит, следовательно говоря, что надо? Надо потреблять больше того, что тебе надо, для больше активов или что? Или меньше потреблять, больше по существу или что? Да, а, больше работать самому, головой. Да, в обществе зарабатывать. То, что я сейчас. Если ты будешь разглагольствовать, то скорее всего так, да. Ну, надо как-то, да. А своим детям зачем тебе это говорить? Ну, я не знаю. Может быть так, может. Ну, отсюда у тебя столько времени. И вообще, сами разберутся, наверное, не говорю, что твоя же. Если на тебя абсолютно. При нормальной внешней среде, конечно, да. Плохой процент, когда тебя общество отвергает, то есть ты, значит, членосос, понимаешь? Ну, то есть ты как бы бездельник, значит, ты просто, у тебя просто понты, а отвечать за них ты не собираешься, отрабатывать их, и, да, то есть доказывать себя, то есть ты просто, да, на понтах, а никому даже ничего, даже ссылки, да, сокамерникам ничего не доказал, скажем так, да. Ну, не сокамерникам, это как бы всем людям доказать, если ты имеешь основники. Если это действительно так, значит, научись и узнай, в чем хотя бы твоя правота была, если так за нее. Ну, кому это надо? За все будет, кто будет ждать. Как
так ты себя чувствуешь нормально, с приемлем, да. Таких тем у женщин, ну, знаете, как бы, а, ну, ну да, ну, понял ты, я понял. Ждать это тоже такая, это тоже действие, это отказ. Ближним своим, кто тебя вот запротонил тебя, все, да. Интеллектуальный труд. То есть труд по... ну, это уже ваша проблема. Возможно, отказаться как-то. Да, да. То есть, когда ты там, это самое, какой-то... Ты такой, интернет-технологии, и там где-то на халяву. И ты такой, раз, на халяву. Где на халяву? Ты такой, ты был за халяву сегодня, поэтому ты... Почва провалилась. Да, тот, кто за товары, за производство, за то, чтобы за удешевление, да, ну, за то, чтобы легче было людям, ну, дышать, наверное, да. Да, 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 да. Ну, да, ну, ну, да. Ну, да, это тоже. Как